Могилевской области ночь музеев стала уже традицией, а наши соседи-литовцы пошли дальше. В Вильнюсе летом проходит праздник города «Ночь культуры». Все музеи и выставки можно посетить бесплатно, а площади и парки превращаются в концертные площадки и танцевальные школы. И даже в торговом центре можно увидеть перформанс о проблемах общества потребления. В этом году Вильнюсская ночь культуры прошла под дождем. Но не похоже, чтобы это как-то испортило настроение горожанам и их гостям. Культурные цветные пятницы по-соседски. Когда все галереи, музеи открыты, люди могут ходить там из одной галереи на другой галерее или там из одной музея на другой музей, смотреть там все и там, что происходит там, смотреть всякие концерты, выставки. И такая концентрация большая, всякие культурные штуки.